Тумской области 4 марта подвели итоги чемпионата экспертов по стандартам WorldSkills. Колпашевские преподаватели, работающие в системе профобразования, стали победителями. Напомним, преподаватели техникумов и колледжей Томской, Кемеровской областей и Республики Тыва соревновались по 11 компетенциям. Свое мастерство продемонстрировали 54 конкурсанта на 9 площадках. Колпашевский социально-промышленный колледж принимал конкурсантов по компетенции «Поварское дело». Участие приняли 8 специалистов из Томской области, в том числе 2 мастера из Колпашева. Блюда колпашевского мастера производственного обучения Надежды Желановой получили высокую оценку. В компетенции «Поварское дело» она стала победителем. Чемпионат экспертов по компетенции «Медицинский и социальный уход» проходил на базе Томского базового медицинского колледжа. Там блистали преподаватели колпашевского филиала медколледжа Анастасия Кичатая и Елена Коркина. Конкурсантам необходимо было оценить функциональное состояние и провести обучение пациентов в соответствии с ситуацией и профилактику возможных осложнений, выполнить назначение, а также успеть заполнить необходимую медицинскую документацию. По результатам выполнения профессиональных модулей, а также с учетом выполнения организационно-деятельностной игры и тестирования на знание регламента чемпионата и кодекса этики WorldSkills, преподаватель колпашевского филиала Томского базового медицинского колледжа Анастасия Кичатая признана победителем среди экспертов. Добавим, чемпионат экспертов проводится в Томской области с 2018 года. Цель чемпионата – развивать экспертное сообщество, совершенствовать профессиональные навыки преподавателей и мастеров производственного обучения системы профобразования.